Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию видеоинструкцию по верификации удостоверения личности консультант компании Oriflame. Верификация. Что это такое? Зачем? Как ее пройти? На эти вопросы мы сейчас получим ответы. Верификация – это процедура идентификации удостоверения личности, то есть паспорта человека, данные которого были введены в момент его регистрации в качестве консультанта компании. Сейчас эта процедура действует в Украине и в России. Цель верификации – это обеспечение стабильности созданных наших лидерских организаций, то есть нашего бизнеса. И, конечно же, соблюдение всех этических норм ведения бизнеса с компанией. Эту процедуру верификации проходят все новые консультанты с даты регистрации, начиная с 8 мая 2016 года, желающие спонсировать других консультантов, то есть развивать свой бизнес компании Oriflame и зарабатывать здесь деньги. Чтобы пройти верификацию, необходимо выполнить несколько простых шагов. Первый шаг. Сделайте копию первого и для граждан Украины второго разворота паспорта. Копия может быть отсканирована, либо снята на камеру или фотоаппарат. Главное, чтобы данные там были четкими, видными и читаемыми. На этих копиях можно сделать запись. Копия предоставлена исключительно для верификации. И эта надпись не должна заслонять те данные, которые нужны компании для верификации документа. Делаем второй шаг. Надо войти на сайт Oriflame под своим логином, как всегда, наш номер консультанта вводим и пароль. Следующий шаг. Мы заходим в раздел «Заказы», который находится на главной странице сайта, и выбираем пункт «Управление моими документами». Загружаем заранее подготовленную копию документа. Для этого нам необходимо нажать кнопочку «Выбрать», для того, чтобы найти копию паспорта в своих документах. Потом кнопочку под номером 2 «Добавить», чтобы загрузить выбранный файл. И далее нажимаем кнопку 3, чтобы его сохранить. Срок обработки запроса после загрузки 24 часа в обычные дни каталога и 72 часа в пиковые дни, то есть первый и последний день каталога. Вы можете наблюдать за статусом, то есть за ходом дел, в этом же разделе «Управление документами». Как вы видите на этом слайде, статус документа в данный момент, запрос ожидает обработки. Вы пройдете процедуру верификации в том случае, когда данные паспорта будут на 100% совпадать с данными, которые мы внесли при регистрации человека. И в этом случае вы в статусе увидите надпись «Запрос обработан, спасибо». В этой таблице приведены статусы, их значение и наши действия в каждом случае. Например, статус А – запрос обработан, спасибо. Значит, верификация успешно подтверждена, и мы теперь можем спонсировать других людей, приглашать их в компанию и регистрировать к себе в структуру. И именно это путь к тому, чтобы зарабатывать в компании большие деньги. И, конечно же, мы желаем вам успешного построения бизнеса вместе с компанией Oriflame. Остальные позиции, статусы и значения и наши действия вы можете изучить, остановив этот ролик на этом слайде и прочитав все остальное. По вопросам верификации обращайтесь, пожалуйста, в контактный центр Oriflame по телефону 0800 301 100, и он работает для нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Успехов вам, больших структур, хороших, надежных партнеров. Всего хорошего! С вами была Лариса Вартовая.